Нет ничего прекраснее, чем озера карстового происхождения. Вода в них всегда холодная, но низкую температуру воды полностью компенсирует ее чудесный цвет и необычайная прозрачность. Лежа на дне таких озер, можно смотреть вверх и видеть проплывающие по небу облака, пролетающих над зеркалом озера птиц, фигурки людей и деревья на берегу. Цвет воды в карстовых озерах, в зависимости от ее минерального состава, меняется от нежно-голубого до изумрудного. В одном из наших фильмов мы рассказали о Голубом озере, которое находится в Кармаскалинском районе, недалеко от Уфы. Оказывается, у нашего озера есть двойники. Об одном из них, расположенном в Самарской области, мы расскажем сегодня. О существовании Голубого озера в Самарской области я впервые узнал от Андрея Гутерова, руководителя октябрьского дайв-клуба «Монте-Кристо». Андрей рассказал о красоте этого водоема и не раз приглашал меня посетить его. Наши друзья, дайв-центр ПАДИ «Морской котик», который находится в городе Самаре, пригласил нас на день подводной охоты, который проходил 5 мая 2012 года на этом Голубом озере для совместного проведения спортивных мероприятий. Я сам не погружался, потому что вода холодная, не очень комфортно. Наши ребята ныряли, то есть морские подводные охотники погружались, стреляли по мишеням. То есть было очень здорово, было очень много народу. Торжественно вручали призы, но наши ребята не попали в тройку лидеров. Но было очень весело и здорово, очень интересно мероприятия проходили на этом озере. И вот мы с Андреем и съемочной группой на берегу Голубого. Проехали от Уфы более 300 километров. Немного устали, но, увидев изумрудное чудо, сразу же загорелись желанием поскорее погрузиться в холодные воды загадочного водоема. Телепроект «7 жемчужин» в Самарской области. Отсюда до бывшего Куйбышева рукой подать, километров 150, поэтому самарские дайверы частенько на выходные приезжают сюда, на Голубое озеро, промочить свои жабры. Говорят, его глубина 23 метра. Сейчас мы это проверим. Конечно, ничего нового на дне Голубого озера мы не откроем. Его вдоль и поперек обныряли самарские дайверы из клуба «Морской котик». Тем не менее, интересно, а вдруг? Температура воды в Голубом всегда неизменна – 7,3 градуса по Цельсию. Поэтому под сухой костюм одевают теплую арктическую поддеву комбинезон. Самое тяжелое в дайвинге – это подготовка к погружению, одевание костюма и снаряжение. Пока оденешься. Сухой костюм. Это только говорят, что он сухой. На самом деле он мокрый. Ну вот я и готов к погружению на дно Голубого озера. Беру с собой флаги телепроекта «7 жемчужин» и башкирского спутникового телевидения, включаю видеокамеру. Вперед, то бишь вниз. Стоит только опустить голову ниже уровня воды, и ты попадаешь в сказку. Сразу на ум приходят детские воспоминания о фильмах Роу. Наверное, именно в таких местах должны жить русалки и водяные. Сказочный подводный лес образует редкое растение – водяная сосенка или хвостник. Оно из семейства подорожниковых и обычно растет на берегах водоемов, но может расти и под водой, как на Голубом. Плывешь среди этих сосенок и думаешь, кто же выскочит на тебя на следующей прогалине? Но это, увы, исключено. Со дна озера бьют мощные сероводородные источники, поэтому озеро безжизненно. Все его дно и склоны высланы харовыми водорослями, которые образуют настоящие луга. Прикасаешься к ним, и рука проваливается, словно в мох на болоте. Ну что это? Что за чудо? Здесь выходит сероводородный источник. Он бьет так сильно, что создается ощущение, что на дне озера горит газовая горелка. На северном берегу озера на дне есть провал. Это самый главный выход сероводородного источника. Пытаясь в него проникнуть, но одно неосторожное движение ластой, и вход в провал уже не виден в облаке мути. Ладно, приляжем на изумрудный ковер южнее. Осторожно ложусь на дно, компьютер показывает 18 метров, что и требовалось доказать. А теперь можно поизучать и стены воронки. На них тоже много интересного. Ты словно на другой загадочной планете и не знаешь, что это перед тобой – растение, животное, а может быть, разумная форма инопланетной жизни? Но найденная на склоне монета вновь возвращает тебя на Землю. Ого, их тут много, можно даже разбогатеть. Это многочисленные туристы бросают мелочь на счастье. Однако пора всплывать.
Вода прозрачна. Нашел в пещеру. И сам там намутил. Фух, сейчас посмотрим, сколько температура. Температура 7 градусов. 15 метров на входе в пещеру. Пещера есть, да? Да, небольшая пещера, углубление. Я там. Только начал. Вот там, да. Только начал в нее входить. Сразу вот поднялась. Здесь, да? Ага. Я чуть-чуть выше поднялся, вот так вот. Кружил. Пока я нырял, на озеро приехали гости. Они самарцы из соседнего района, но здесь впервые. Спрашиваем об ощущениях. Первый раз. Узнали по газетам. Вот, и впервые приехали сюда. Посмотреть, что это за озеро. Как впечатление? Отличные. Отличные. Да. Нас впечатляет растение такое. Прям голубизна. Для нас это все. Впервые все это такое вот. Ну, просто если не бы знали, чуть-чуть пораньше знали, приехали, я бы приехали. Обязательно искупалась бы тут. А говорят, тут вода еще какая-то лечебная, да? Ну, говорят, да. Мы взяли с собой водичку тоже домой. Написано. Собрались и вот приехали всей семьей. Это мои дети, и внуки, и правнуки. Живы будем, еще в следующий раз приедем обязательно. Озеро очень популярно. Причем не только у самарцев. Сюда приезжают из Оренбургской области. Кстати, вокруг Голубого пусть не идеальная, но чистота. Несколько лет назад шефство над озером взял клуб самарских дайверов «Морской котик». Ежегодно в Международный день очистки водоемов на озере проводится акция по очистке берегов и дна озера. Заботятся о памятнике природы областного значения и местные жители из села Старое Якушкино. Мусора очень много, за лето накапливается. Приходится вот технику брать с детьми, с учениками. Местные жители приезжают. Проводим с другими школами совместно, Серноводская школа. Наша Кармалодляковская администрация, приезжаем, вот убираем, постоянно стараемся присматривать. В этом году посадили посадки, здесь рябины, но так как засушливый год был, весна особенно, там часть из них не пошла, но будем на следующий год думать, как-то что-то решать. С Голубым озером связаны легенды и забавные истории. Например, говорят, что когда-то в нем утонула лошадь, запряженная в телегу. Ни лошадь, ни телегу так и не нашли. Молва гласит о просмоленных досках с таинственными письменами, которые иногда всплывают на поверхность озера. И таких легенд немало. Первое подробное описание озера было сделано в 1851 году оренбургским краеведом Лосиевским, вестнике географического общества. Тогда озеро имело диаметр 16 метров, а глубину около 40 метров. Поток воды из озера в те времена мог двигать 3 мельничных постава. В 1937 году озеро изучал химик курорта Сергиевские минеральные воды Белкин. Все данные о Голубом собирают и по сей день местные краеведы. По историческим данным, это озеро известно довольно-таки давно. И когда мы проводили исследования, находили архивные данные, то наткнулись на такую интересную статью, что глубина вот этого озера была 40 метров. Первое время, на самом деле, я очень удивился и сомневался, что глубина может 40 метров, потому что сейчас глубина 18,5 метров. Когда тольяттинские дайверы приезжали, очищали это Голубое озеро, доходило до 22 метров. В 60-м году здесь была построена насосная станция, отсюда брали воду, качали нефтяные пласты. И они рассказали, что бросали туда даже кольца, бетонные кольца. Это озеро исследовано уже довольно-таки хорошо. Зимой и летом 7,6 в среднем температура держится. Глубина 18-19, она так в среднем так и держится. Когда экологические проблемы возникли большие, то наши экологи заставили нефтяников убрать все строения. То есть здесь два здания было, и насосная станция стояла. Их заставили убрать и более-менее привести в порядок. Поток воды, видимо, все-таки шел мощный, потому что насосные станции брали много воды и много забирали, а уровень воды не очень сильно падал, потому что, значит, это говорит о том, что поток воды все-таки мощный идет. Приезжает очень много людей летом сюда. Сейчас уже возникла теперь другая у нас проблема, экологическая. Приезжают отдыхать много, и нам приходится очень много убирать. Возраст озера оценивается примерно 250 лет.
В 18 веке, когда по этим местам проезжал путешественник Палас, водоема еще не было. Так что Голубое озеро еще очень молодое. В нескольких местах от него, кстати, расположено еще одно озеро – Молочное. Его дно из белой глины, и когда купаешься в нем, вода становится белой, как молоко. В отличие от Голубого, в Молочном вода очень теплая. Вот что написал в своих письмах Серных вод к родителям писатель Иван Сергеевич Аксаков в июне 1848 года. «Что за красота? Оно голубо от преломления лучей в этой светлой серной воде. Озеро или озерцо глубоко, говорят, до 20 сажен и идет вниз воронкой. Но еще краше сама степь и горы и ковыль. Что за роскошь?» Конец цитаты и конец нашего фильма о Голубом озере. Скоро на канале Башкирского спутникового телевидения экспедиция телепроекта «Семь жемчужин» на Кольский полуостров. Погружение на 30-метровую глубину в Баренцевом море. Подводная охота на северную семгу в горных реках. Ловля форели и кумжи в реке Вува. Не пропустите приключения за полярным кругом. Включайтесь на БСТ.